Я очень довольна. Я давно мечтала о таких победах. Впервые? Нет, я уже выигрывала. Но на сегодня более лучший результат. Финал был такой достаточно напряженный. Как думаешь, за счет чего все-таки ты сильнее всего? Наверное, из-за выносливости. А тактика? Из-за тактики, из-за выносливости, из-за скорости. В принципе, нормально. Все. Хорошо. Да. Вы ожидали, что победите? Да. То есть соперников у вас тут серьезных нет? Мы 2 года назад на сбор России, мы выиграли. Соперники действительно очень сильные. Здесь в зале самые сильные спортсмены со всех территорий нашей страны. И учитывая то, что в перспективе у нас первенство Европы до 15 лет как раз, вот этот год ведь будет за него отвечать, то конкуренция очень серьезная и встречи достойны. В принципе, было и легко, и трудно одновременно. Трудно, потому что нельзя расслабляться, легко, потому что нам достались соперники, которых мы, в принципе, были сильнее.